Ух, какой здоровый! Что-то они становятся все больше и больше. А поддаваться ты, наверное, не станешь, да? Какой здоровый! Ух, какой здоровый! Что-то они становятся все больше и больше. Поддаваться ты, наверное, не станешь, да? Я немножко приврал насчет неоновой штуки, но
Я могу нам обоим сэкономить время. Мне всего-то... Надо перекачать из вас немного силы. Ты хочешь взять у меня мою силу? Ну мне ж не надо там мосты топить и все такое. Я хочу вытащить из моих друзей бетонные клинья, да. И больше я никогда не стану вас беспокоить. Есть идея получше. Когда ты в своей лачуге, от тебя нет никакой пользы. Оставайся лучше здесь, со мной. Не, моя идея получше. Делсин, ты разочаровал меня. Нет! Не смотри вниз, не смотри. Ладно. Район фонарей. Сюда-то я и шел. Просто не спешил.
свет тускнеет.
И почему мне за это не платят?
Извращенцы. Ты просто ноль. Вот моя суперспособность.
себе работу! Свинья! Что его сюда принесло? Ее арестовать. Понятия не имею, как эти убогие торчки сумели так долго от нас скрываться. А потом настал тот самый день. Своими способностями Проныра случайно убила своего брата. Когда мы ее нашли, она была в полном раздрае. Самый легкий арест в истории отряда. Я отправил в Кердамкей кучу народу, но никогда не задумывался, куда именно они попадают. А вот теперь только об этом и думаю. Не знаю, что нужно было этой девочке, но уж точно не тюрьма. Thank you.
гопник! Это их расшевелит.
Это Дес. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? Знаете, милочка, по-моему, вам уже пора представиться. Кажется, у нас уже завязались отношения. Я не собираюсь знакомиться с грязными биотеррористами. Может, вы людей по именам контролируете?
Вот я им всем сдался. Терроризм!
Почти год пролежала в позе эмбриона в углу своей камеры в Керданке. Это сейчас она безбашенный проводник, пуляющий лазерными лучами. А тогда у нее не было наркотиков для спасения от демонов. И напугать она никого не могла. Все это входило в планы Августины. Сломать ее, обучить, а затем сломать еще раз. Жуткое зрелище. Когда в новостях сообщили, что Проныра сбежала, я едва сдержал улыбку. Извините, гады. Алло, это Делсин Роу? Да, а ты кто? Я твой большой поклонник. Это же твое граффити на Space Needle. Возьмите власть в свои руки. Я понимаю, чего ты добиваешься. Свободу угнетенным, и я хочу помочь. Ладно, хочешь помочь? Подскажи, где мне искать беглого проводника, который прячется в районе фонарей. А зачем тебе он? Или она? Хочу пожать ему или ей руку. Ясно. Но я слышал, Дес собирается перевести всех потенциальных проводников, которых удалось задержать, в специальный лагерь в центре города. И колонна поедет как раз через район фонарей по эстакаде номер 90. Ты не знаешь, у кого-нибудь из этих людей на самом деле есть способности? А, да, да, конечно, я уверен, да. О, спасибо. Кстати, как ты сказал, тебя зовут? Юджин. Тупое имя, я знаю. Имя Делсин мама вообще в Вестерн не услышала. Так звали ковбоя. Траблы.
Юджин, по-моему, самое очевидное решение — немного опустить дорогу. Типа, выдернуть у них ковер из-под ног. Ты же можешь ее просто взорвать? Нет, так можно случайно убить проводника, которого ищу. Я просто перебью опоры, и она просядет под грузовиками. Бам! И дальше не проехать. Класс! Вот поэтому я от тебя и фанатею. Ха, вот бы самому это увидеть. Так приходи и посмотри. Только знаешь, встань где-нибудь подальше. Когда мы, проводники, работаем, вам, смертным, лучше не путаться под ногами. Ага. Тогда я лучше, наверное, все-таки дома посижу. Но если еще что-то узнаю, обязательно сообщу. Юджин, когда там поедет эта колонна? А сегодня вечером. Я, честно говоря, точно не знаю. Ага, тут. Развлекаюсь беседами с местным населением. Наверху вообще машин нет. Ну да, это все потому, что Дес перекрыл въезд на шоссе для гражданских. Ну, так что, ты уже закончил с опорами? Все готово. Сейчас заберусь наверх и порепетирую, как буду играть с ними в труса. Лохи. Слышь, Юджин, отзовись. Что именно мне искать? Сам не знаю. Они перевозят большую группу. Поищи автобусы какие-нибудь. Ух ты! А это что такое? Ух ты, это что? Вертолеты. И много. По-моему, они меня в тумане не видят. Да ладно, просто отдайте мне арестантов и разойдемся. Сбил? Не знаю как, но я его сбил.
Юджин, автобусы укатили. Ты случаем не знаешь, где они? А, не. Радиоканал забит их болтовнёй. Не пойму, куда они едут. Стоп-стоп. Ты слушаешь их переговоры? Как тебе это удалось? Да я тут сделал одну прогу для телефона. Я сейчас тебе скину. Так. Получил. И что она делает? Ну, отслеживает сигнал. Можно прослушать все переговоры, Дэс, но главная фишка в том, что можно определить, из какой точки исходит сигнал. Ух ты! Надо эту штучку опробовать. Слушай, что-то у меня одни помехи. Наверное, высотные здания блокируют сигнал. Попробуй забраться повыше, где лучше ловят. Thank you.
Надеюсь, камера была дорогая. Нет, ничего не выходит. Отстойная у тебя прога. Ты слишком низко. Поднимись повыше. В засаду на дороге. Это точно был Роу. Мы прорвались, груз не пострадал, но связи с остальными нет. Эй, Юджин, я поймал сигнал. Говорил же?
Thank you.
Он пустой. Кто-то меня опередил. Что-то новенькое. Извини, у меня другие планы. Слышь, Юдж, я нашел один автобус, но он пустой. Их было три, значит, надо еще два отыскать. Эй, фанат, ты меня слышишь? Хм, вот так взял и забил на меня. Тоже мне фанат.
Все пошло совсем не по плану. Надо догнать последний автобус, пока его тоже не вскрыли. Это еще что за чертовщина? Ангелы? Серьезно? Либо кто-то из арестантов умеет делать ангелов, либо мне придется драться с Господом Богом, и шансов у меня мало.
Эй, Делсин, на рынке Хингхэй нашли один из тех жилетов, которые носят...